застрял. Я на верном пути. Просто нужно найти способ спустить этот лифт. Центр агенту. Точка. Тринити недоволен отсутствием прогресса. Точка. Приказ овладеть феноменом звезды. Точка. Отправляем нового агента для обеспечения успеха операции. Точка. Нужно убрать остальные стопоры. Нужно убрать еще... Окей, еще один, и лифт сдвинется с места. Thank you.
Думаю, этого хватит. Я на месте. Эти фигуры, воины, они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Все еще острый. Я подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица хоть и знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Черт, пора выбираться отсюда. Thank you.
Джон, где ты? О, нет. Что случилось? На нас напали! Помоги! Господи, нет! Я должна туда вернуться. Спасибо. Серьезно, я думала, мне конец. Их нигде нет. Что случилось? Когда все началось, Уитман забрал Сэмми и исчез. Он увел ее к Матиусу. А мы не верили. Черт. Я тебе не верила. Что будем делать? У нас есть катер. Пойдем за помощью. Они этого и ждут. Ты была права насчет Уитмана. Ты же сама видела эти бури. Они топят и сбивают все. Во время Второй мировой здесь были ученые. Они считали, что этими бурями что-то управляет из ритуального зала. Послушайте, я еще пока не все поняла, но Сэмми увели. Это все связано. Если мы уйдем, не узнав правды, погибнем. Так же, как те пилоты. Так же, как Рот. Слушайте, что бы здесь ни было, пусть Лара разберется. Возвращение в это осиное гнездо – самоубийство. Ее ведут не туда. Они направляются в ритуальный зал. По этому притоку мы к ним подберемся. Рейс, я знаю, как сильно ты рвешься домой к дочке, но борьба еще не окончена. Очень прошу тебя, ни о чем не спрашивай, просто доверься мне. Ладно, спустим его на воду. Как будешь готова, поднимайся на борт. Лара, скажи, что ты хочешь найти? Правда хочешь знать? Нет, но все равно ответь. Душа древней императрицы Солнца заперта в мертвом теле. Ее гнев – причина здешних бурь. Если мы уничтожим тело, бури прекратятся. Так, а зачем Матиусу Сэмми? Не знаю. И это хуже всего. Да, я понимаю, план безумный. Да, безумный. Но безумие все, что у нас осталось. Попробуем.
Ладно. Пошли. Нет. Вы с Рейс будете сторожить главный вход, а я пойду за Сэмми. Пойдешь туда одна? Больше людей, выше шанс, что нас заметят. Вы нужны здесь. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Это будут не только братья Солнца. Еще другие. Самураи, штормовые стражи. В общем, стреляйте во всех, кроме Сэмми и меня. Птенчик мой, мы не прощаемся. Я не прощаюсь. Мы тебя прикроем. Ждут, когда их представит новая императрица. Это сделает тот, кто вернет ее нам. Ну, разумеется, разумеется. Я встречался с такими обычаями. Пора сорвать куш, Джеймс. Что он делает? Меня зовут Джеймс Уитмен. Я пришел к вам с миром и привел новую императрицу. О, нет. Императрицу. Как это по-японски? Вашу... Тё! Мой друг! Сонокуми Мурата! Сэмми! Ну же! Сэмми! Все еще охраняют свою императрицу. Thank you.
Иди сюда! Говорилось, что причина бурь – душа в разлагающемся теле. Я знаю, что он говорил о последней императрице Солнца, но не понимаю, при чем тут Пимика? Она была первой императрицей. Матиас считает, что Сэмми имеет к ней какое-то отношение. Мне это не нравится. Будь ты проклятой. Ради славы ты готов на все. Наверняка разгадка кроется в ритуальном зале, но как туда попасть? Штормовые стражи надежно его защищают. Но я должна это сделать. Хотя я очень боюсь того, что там увижу. Задержи их!